С 1 апреля, то есть уже с завтрашнего дня, вводятся новые правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Какие произошли изменения и что должен знать и уметь кандидат в водители? Нашей съемочной группе рассказали в РЭО. В тонкости новых правил при сдаче экзамена на права вникала Алла Динаева. С 1 апреля вводятся новые правила, и самое заметное изменение – это отмена отдельного этапа экзамена на автодроме. Теперь будущий водитель мастерство вождения авто покажет в условиях реального дорожного движения, но и это еще не все. Поменялась не только площадка, но изменились и сами требования. Маневры, при вождении которые теперь новичок-водитель не должен демонстрировать инспектору ГИБДД, это… Повороты на 90 градусов. Которые отмененные, я вам говорю, измейка отмененная. Это вот из 5 элементов, которые были. Остались параллельная парковка, заезд под углом 90 градусов, трогание на подъем. Вот. И эти все элементы будут применяться в условиях дорожного движения при сдаче экзамена. А пока кандидаты-водители на специальных площадках с инструкторами усваивают и вырабатывают навыки вождения автомобиля. Ведь это не просто забава, а серьезная профессия и большая ответственность не только за свою, но и другие жизни. Артем Пономарев решил сесть за руль и проходит учебу в автошколе. Молодой человек решительно настроен стать хорошим водителем. Он уже осведомлен, что будет сдавать экзамен по вождению по новым правилам. Вместо полигона будут сдавать город, ужесточение теории в 2 раза и... И с 16 лет теперь можно сдавать. Готовы к испытаниям? Всегда готов, давно готов. Инструктор всему научил, все, что нужно было, объяснил. А дальше уже дело опыта. А опыта вождения автомобиля ему еще набираться и набираться. И насколько Артем готов к экзаменам, покажет время, и ждать осталось недолго. Для подготовленного кандидата-водителя я не вижу проблем при сдаче экзамена, поэтому сложности не должно. Конечно, присутствует человеческий фактор, волнение какое-то. Все-таки это событие такое волнительное для многих. И ответственность, само собой, конечно. Автомобиль является источником повышенной опасности, поэтому можно ожидать всего угодно. Хорошее знание теории и успешная сдача экзамена практического этапа еще не означает, что вы профессиональный водитель. Понятно, что мастерство вождения оттачивается годами. Если вы все-таки решили стать водителем, главное и неизменное правило – за рулем нужно находиться здесь и сейчас, отложив все дела, думать о вождении автомобиля, ежесекундно контролируя ситуацию на дороге. А когда садишься за руль, больше начинаешь ценить пассажирское место, ведь это дает тебе полную свободу. Можно смотреть в окно, листать ленту в интернете, но все это можно спокойно делать только с профессиональным водителем. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.